сегодня вам буду представлять нашу модель Hair Camp Mini. Эта модель сделана из фиберглаза. Это очень хорошая ткань, которая вообще в воду и свет не пролетает. Здесь можете увидеть нашу лестницу, которая телескопик, и она открывается, закрывается, когда вот так нажимаете. Очень легко. Можете для своего веса и своего роста это все делать. Здесь есть занавески и вот эти метальные палки, которые мы пользуемся. Закрытый рост 1 метр 35 сантиметров и 1 метр 45 сантиметров закрытый. Когда открывается, высота 2 метра 20 сантиметров. Здесь вы можете видеть, у нас занавески и от солнечной защиты, которые вообще не пролетает свет. И это для этих всем букашек. Здесь видите наш особенный бант, который не пролетает солнца, воды и ветра. Видите, что здесь очень хорошая вещь пользуется, которая вообще не ломается и не разбивается. Это наша нитка, которая помогает открывать и закрывать нашу палатку. Можете видеть, что поскольку у нас арадка есть, это тоже по-турецки, она тоже, нашу машину не трогает и не разбивает нашу машину. Вес 75 килограмм. Посмотрим внутрь нашей палатки, что есть и из чего мы сделали. Это особенный товар, сделан из honeycomb. Очень сильный и никогда не ломается, и очень много вес может тащить. До 350 килограмм. Впереди высота метр, сзади метр 20 сантиметров. Внутри у нас есть защита от солнца, от ветра, от воды. И внутри, которое тепло есть, оно на улицу не выходит. И снаружи холод внутрь не заходит. Перед звуком и перед тепла тоже у нас есть защита внутри. Получается, туда тут внутрь вмещается 3 человека. 2 больших, 1 маленький ребенок. Меняется по ребенку размера. Теперь закрываем нашу палатку. Открыть у нас берет время на 1 минуту, а закрыть 1,5 минуты. Сейчас увидите, как мы закрываем. Как вы видите, когда открывали, мы тянули нитку вниз. Опять одно и так же. Будем тянуть нитку вниз. Вытаскиваем наши палочки. И закрываем наш занавес. Капан, я знаю, где. Сначала поднимаем нашу лестницу. Потом, как вы видите, на кнопки нажимаем и по порядку закрываем. Потом лестница становится очень маленькая. Как и открывали, так и закрываем. Поднимаем наверх. И, как видите, наша палатка уже наполовину закрыта. Это было все очень просто и все очень легко. Как и открыли, теперь закрываем. Веревку вниз тянем, и наша палатка уже закрыта. Можете выходить на дорогу и хорошо езжать. Хорошего вам отпуска. И смотрите, видите, наша палатка, оттуда можете выходить. Ее здесь замки, чтобы закрывать палатку. Там внизу есть одна нитка, ее внутри. Палатку, и теперь готовлю путешествие. Если хотите заказать, у нас есть веб-сайты и номера, вы везде можете к нам обращаться, когда хотите. Спасибо большое!